Стая гиен задрала львицу, лев жестоко отомстил. Реальная история. Во время охоты три львицы добыли бородавочника и начали трапезничать, как их окружила стая гиен. Гиены были настолько голодные, что не боялись ничего, и стая их была очень большой. Львицы не успевали отбиваться от них, и по-хорошему им нужно было бы отступать. Но голод был очень сильный, да и весь прайд вместе со львятами был голоден уже несколько дней. Добычу они задрали недалеко от места стоянки прайда, и звуки битвы и отвратительного крика, визга гиен и рыка львиц доносились до прайда. Так как на этой территории прайд стоял один и его тщательно охраняли львы, то львам было понятно, что гиены напали на их львиц. Около 7 львиц и 2 льва остались охранять 6 львят, а 3 львов бросились на помощь. Когда они приближались к месту битвы, то им навстречу бежала одна из львиц. Она была изрядно потрепана и ранена. Вторая бежала следом, останавливаясь и оглядываясь. Увидев львов, львицы побежали с ними и сходу набросились на гиен. Позже самец и вожак прайда увидел погибшую львицу, которая была альфа-самкой, и она сражалась до конца. Увиденная картина, вероятно, придала льву еще больше сил, и он с дикой агрессией бросился на гиен, чтобы отомстить. Гиены дрогнули и начали отступать. На месте они потеряли 2 гиен, но вероятнее всего альфа-льва интересовала больше всего хозяйка стаи гиен, которую он мгновенно вычислил и бросился на нее. Гиена поняла, что ей не справиться с огромным львом, и побежала прочь. Но лев ее не упустил, и одним мощным прыжком он подмял ее под себя и отомстил за свою львицу, уничтожив старшую гиену стаи. Он придавил ее словно трусливую и испуганную мышь. Другие львы тоже храбро сражались. В этот раз на поле осталось 5 гиен, которых львы просто задрали. Они отомстили за своих сородичей и показали, кто хозяин на этой территории. Схватки гиен и львов происходят постоянно, но чаще всего они происходят именно из-за еды. Львы добывают, так как они лучшие охотники, а гиены большими стаями пытаются забрать добычу. Когда прайд большой, тогда у гиен нет особых шансов, чтобы забрать добычу. Чаще они ждут, когда львы наедятся и будут отдыхать, и тогда они пытаются напасть.